Какие положительные моменты можете рассказать и порекомендовать? Да. Нету комендантского часа. Всем привет, я сегодня на Ребзике. Сегодня покатаемся на сабборде, малой побегал. Вот сейчас накачал, пойдем кататься. Ребзик сегодня вот так выглядит. С этой стороны поставили новые зоны отдыха, там какие-то скамейки, качельки вроде как. Какой-то Stonehenge появился, позже покажу. А мы идем плавать. Резо, готово? Готово. Так, сапик накачали. Здесь будем заходить или с пирса пойдем? А с пирса неудобно на него садиться будет. Пирс, кстати, выстоял, уже пару лет простоял, все окей, все с ним хорошо. На пляжике все разбежали, самая жара, 2 часа дня. Вода теплая. Сколько водичка, ребята, 26, 27? Нет, прохладная. Прохладная сегодня? 8%. Вчера была погорячее, 26 точно, 27 была даже. Сегодня... Мы с бассейном сравнивали, в бассейне прям холоднее было, чем в море, ну на пляже, на центральном. Сегодня я зашла, она такая, вот там уже, вон, там где, видите, песок чистый. Ага. Там она там более теплее, а здесь... А на песочке солнышко песок прогревает, да, наверное, и получается потеплее. Обратная связь. От песка. Ну да. Логично. А камни забирают тепло. Логично, все верно. Что, идем? Давайте. Пару слов скажете, как вам Черноморское? Район Черноморский. Пойдет, отдыхать можно. Можно? Второй год здесь. Второй год? Да. Какие положительные моменты можете рассказать и порекомендовать? Да. Нету комендантского часа. Ты начни тогда с того, откуда ты? С Херсона. С Херсона. Херсон — это правый берег, туда попасть невозможно, и нахер надо. Скоро он настанет наш, и тогда ты сюда плавишь. А что плавишь, я тебе хочу сказать. Пока тихо, да, есть прилеты, да, есть. Печалька, тем не менее, ну, а здесь, жить можно. А здесь спокойно отдыхает? Вообще. Я, например, уехала, вот у меня 2 недели отпуска, я уехала отдохнуть от этого, понимаешь, комендатуры. Напрягает. Время полиции, да. Уралы. 10 часов уже не выйдешь, 8 часов магазины закрыты. Алкоголь, кстати, не продают. Запрещен. У нас. Запрещен. Чтобы военные не бухали, правильно? Да. Ну, правильно. У нас начали, скажем так, о том, что вылавливать, начали военные ходить по магазинам и все остальное. Почему? Я тебе скажу так. Правильно делали. Потому что пришли ребята, они правильно сказали. Пьяный военный, это мертвый военный. Правильно. Вы пришли сюда нас защищать, вот нас защищайте. Алкоголь здесь неуместен. Я понимаю, как это тяжело и как это сложно, но надо думать о том, чтобы вернуться домой, к семье, к детям. Здесь рекомендуете, а то люди боятся, говорят, тут у вас плохо, шумит, гремит. Классно. Все нормально, да? Проехали Евпаторию, Сахи, везде люди, везде окопы, но люди купаются. Купаются. Туда дальше, не знаю, мягкое межгорье какое-то, межводье, там может быть и все закрыто. Там тоже в лимане купаются. Я люблю еще Касату, да, вот. А мне туда ближе, Чаплынки, например, мне очень нравится. Почему? Я даже, понимаешь, я даже офигела с того, что тут даже асфальт проложен прям под косу, хотя ее размывает часто. Проложен именно асфальт. Раньше ездила по грунтовке туда, ну, народу там тоже много. Очень нравится, потому что эта сторона, как знаешь, для деток, там нет, а там, типа, тишь да гладь, детки купаются, там мелкое, надо пройти, чтобы устало глубоко, а с этой стороны, хоп, уже волны, бури и грозы, ясно. Там уже поприкольнее. Ребят, спасибо за комментарий, а мы пойдем плавать. Давайте. Я смотрю, ништяк, приезжайте. Счастливо. Потому что у меня ноги затекли так стоять. Да и хочется уже занырнуть, да, спасибо. Да, килограммы накачал, да, теперь иди. Да, да, качается долго. Поплыли? Оп. Ну как? Водичка теплая. Чуть-чуть. Оп, молодежь прыгает. Ребзик гуляет, отдыхает. Все прыгают, все балдеют. Опа, девчонка тоже пошла. Пульк.
Вот для чего нужен сад. Вот на пир выбираться. Вот такая атмосфера здесь сегодня. Сап наполовину. Это чтобы поменьше мучиться, да, я так понимаю? Наполовинку свернул и в машину. Надо попробовать. Сейчас так же сделаю. Это был Ребзик, друзья. Вот такая обстановочка здесь сегодня. Приятная, комфортная. Немножко волна, но все равно прикольно. А вот, как я и говорил, зоны такие вот сделали здесь. Лавочки, качели удобные. Можно вечерочком здесь поотдыхать. А тут какой-то Стоунхедж черноморский готовится. Поспел миндаль уже. Сейчас будем пробовать. Оп, миндаль. Такой вот крупненький. Вот маленький совсем. Он тоже жесткий, он походу поспел уже все, не кусается. Крупный орешек. Вот эту кожурку снимаем. Да, да, снимаем. Вот теперь можно кушать. А ну-ка, расскажи нам. Вкуснятина или горько? Ну! Горько. Горько, а ну? Да ты что? Шикарный орех. Шикарный орех. Просто. Мечта. Сейчас будем пробовать еще. А тут пока лебеди плавают. А здесь такая лепота. Красота. Посмотрите, как интересно. Лебеди плавают. Просто шикардос. Это, друзья, лиман. Тут мелко, тут много ила. Выглядит красиво, но не очень комфортно. Ноги тонут в этом илу. Поэтому предупреждаю сразу. Есть медузы. Уже появилось их определенное количество. Интересный такой берег здесь. Смотрите, ребята. Необычненько. Такие бухточки, заводи. С детьми здесь прикольно поплавать. Приехали половить рапанчиков. За рапанами. Ребята, лакосик заочно. Вот и улов.
немножко рапанчиков, очень мало их было. Взял ребенку показать, да, один вот крабик, крабик у нас. Взял ребенку показать вот этого конника. Сейчас мы его отпустим, конечно. Вот такой морской конник плавает. Красавчик. Они все сейчас такие пузатые. Видимо, у них какой-то нерест или что. Но очень красиво смотрится. Пляж Черноморская. Почему? Вода вот, ну, минимум 26. Где-то 34 балла. 4. Ого! Это все стоит. О, это большая, большая, большая. Давай. Уходим. Далеко не ходи. Погода супер, волна просто улетная. Черноморская рулит, людей полно. Все купаются в этих волнах, это просто супер. Нереальное ощущение, посмотрите сами. Машин, смотрите, места негде поставить даже. Посмотрим на гусиный пляж, он тоже оборудован в этом году. Людей немного, конечно, там несколько человек всего сейчас вижу, но сейчас раннее утро. Ну, как бы не раннее утро, сейчас утро еще. Водичка чистейшая, погода хорошая. Море просто радует. Температура воды 24-26 градусов в зависимости от места. Ну, вот здесь посмотрите, какая прозрачная, идеальная, можно сказать. Здесь кто-то оборудовал себе такой небольшой аккуратненький пляжечек.